Медвежья бессонница в Нижегородском зоопарке. Несмотря на начало календарной и погодной зимы, медведи отказываются засыпать. Подробнее Александр Алешин. Почему в зоопарке Мадагаскар медведи не зимние спячки? Да просто они молодожен. Недавно их объединили. Вот они и не дают уснуть друг другу. В принципе, в природе уже недели три, как медведи залегли в спячку. Это любовная песня? Ругаются сейчас. Семейная ссора. Он к ней пристает, она, в общем-то, отбивается. Не наигрались еще. И зима для них еще не настала. Летом мы давали в три раза больше и каши, и у нас было варенье, и сгущенка, и молочко. Сейчас вот в три раза меньше даем, чтобы они заснули. Потап Настя не дает спать, потому что он более такой задорный. Настоящий мужчина. Молодым-то не спится. Это же когда человек более пожилой становится, да, там как ее больше спит. Конечно, не уснул бы. Разве можно уснуть с красивой и хорошей женщиной?